Кто получит почетное звание, будут решать классные руководители по итогам успеваемости. Лучшие ученики в качестве награды получат подарки и сертификаты от спонсоров конкурса. Конкурс рассчитан на год, а лучших будут определять по итогам каждой четверти. Организаторы добавляют, чтобы наградить как можно больше отличников, звание «Лучший ученик» ребенок может получить только один раз. Акция затронет более 1000 учеников. Каждую четверть более 300 учеников будут награждены. Награждены они будут за успехи в учебе. Цель нашей акции, естественно, это стимулирование, так скажем, успеваемости, популяризация, так скажем, успеваемости в наших школах. Ну а по итогам всего учебного года всех лучших учеников областного центра соберут на Соборной площади. Там состоится большой праздник с участием творческих коллективов и детских аниматоров. Разыграно будет множество ценных призов. В том числе один из лучших учеников города выиграет путевку для себя и своих родителей в Казань. Ценный приз получит и один из классных руководителей – сертификат в меховой салон. Большой праздник для лучших учеников областного центра состоится 2 июня на Соборной площади.